такие, друзья, мне все равно нравились такие быстрые пьесы. Сейчас мы сыграем хит Оскара Питерсона, который считается, в общем, эта пьеса считается одной из самых быстрых. Интересно, что мелодия для этой композиции, это мелодия из оперетты Лигара, и называется это известная ария, это ария, очень такая ария, красивая для тенора, называется «Йос из Майя Хартелон». Сейчас я вам ее напомню. Gracias.